Каждый год после летнего отпуска свои двери в нашем городе открывают 13 учреждений дошкольного образования. Более 4000 юных полевчан постигают жизнь и взрослеют на глазах так называемых вторых мам. Сегодня в зале самые лучшие работники детских садов. Те, кто за этот год побеждал в различных проектах и конкурсах городского и областного масштаба. Это очень добрые, творческие, креативные люди, которые любят детей, которые умеют быть современными, которые смотрят вперед, которые оказывают поддержку каждому ребенку, чтобы он уверенно шагнул в школьную жизнь. У работников дошкольного образования плохого настроения не бывает. Даже в осенний пасмурный день они улыбаются, потому что сегодня на сцене Бажовского центра те, кто ежедневно заряжают их энергией. Те, кто с нами здесь живет, сердце детям отдает. Вам скажу по секрету, то всегда уверенно воспитание. Эти искренние рисунки говорят о многом. В ярких работах юных полевчан можно прочитать, насколько сильно они любят свои детские сады и каждое утро спешат на встречу с воспитателями. Поэтому выставка, приуроченная ко дню работников дошкольного образования, получилась очень красочной. Многие воспитатели уверяют, что эта любовь взаимная. Я работала много лет на ясельной группе. 7-й год только работаю на садовской группе, а так все на ясельках работала. А с кем проще? Ну, наверное, ясельные, они более ласковые, нежные, безобидные дети. Как бы их надо любить, ласкать, ну, и заботиться о них. Ну, а старшие, они уже более такие сознательные дети. Они, ну, тоже их любить надо, также к ним относиться хорошо, у них свой характер уже. В потоке поздравлений, цветов и грамот наша съемочная группа не сразу заметила юных артисток, которые норовили попасть в кадр. Эти девчонки очень хотели поздравить через городское телевидение своих бывших воспитателей и даже вспомнили смешные случаи из жизни детского сада. Я хочу поздравить Людмилу Витальевну и Ольгу Николаевну из 43-го садика. Они мои воспитатели бывшие, и я очень рада, что они у меня, ну, были и есть. Спасибо большое вам. Я хочу поздравить всех воспитателей, своих бывших, Людмилу Николаевну и Ольгу Владимировну. Я хочу поздравить еще свою мамочку, Елену Санитову. Она тоже воспитатель? Да. Я вспомнила, когда была пожарная тревога, мы думали, что, ну, честно, вот прям произошел пожар, а это была просто эвакуация. И вот мне запомнился этот момент, еще пожарная машина поливала весь садик. Ради таких искренних поздравлений и хороших воспоминаний о детском садике стоит работать и достигать хороших результатов на педагогическом поприще. Может, поэтому работники дошкольного образования выглядят вечно молодыми и безумно любящими детей. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, «Новости твой день».